Здравствуйте, коллеги! С вами Исаков Роман, компания Admiral Markets, и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня обсудим локальный максимум по индексу S&P 500, когда мы можем ожидать коррекцию, что в целом происходит на рынках, что ждут от выступления Пауэлла, которое пройдет завтра в четверг. Ну а перед началом напомню, что если вам нравится это видео, не забывайте ставить лайк и ваши вопросы оставляйте в комментариях. Итак, сейчас, безусловно, под прицелом пристального внимания находится локальный рост индекса S&P 500. Вчера мы опять обновили локальный максимум, и фактически данное восходящее движение продолжается. Но на рынок тот позитив, который уже фактически был влит, то есть это и сокращение числа заболевших, и постепенное улучшение монетарной политики, и та эйфория на фондовых рынках, которая, безусловно, царит сейчас, и все перекладываются именно в более рискованные активы, она постепенно заканчивается. Соответственно, здесь нам, безусловно, нужно быть готовым к тому, что коррекция на ближайших уровнях может сформироваться. Конечно, мы не ожидаем коррекции там 30-40%, но коррекция 10-15% вполне может быть. И как раз завтрашнее выступление Джерома Пауэлла может стать некоторым катализатором, в зависимости от того, что он скажет и какие монетарные действия будет принимать ФРС. Прежде чем мы начнем и посмотрим рынки в текущий момент, давайте взглянем на так называемый индекс страха, который довольно-таки показательно себя ввел на последнем движении. То есть, если посмотреть, это сравнение индекса S&P 500 и индекс страха, который называется VIX. Его можно посмотреть. Соответственно, мы с вами видим, что максимальный рост, как раз пик данных значений, был достигнут в марте этого года, хотя в начале года уровень был на минимальных значениях. Сейчас мы видим планомерное снижение данного инструмента. Ну и точно так же всплески данного индикатора, они, как правило, совпадали с коррекциями, которые как раз происходили на рынках. То есть сейчас этот индекс на минимальных значениях. Конечно, он может опуститься и еще ниже, но то, что он заходит уже в такую зону, скажем так, из которой может начаться вот эта коррекция, безусловно, на это стоит и важно обращать внимание. По поводу выступления Пауэлла, то есть фактически завтра он расскажет о том, как чувствует себя экономика. Опять же, это будет ежегодная конференция в Джексон-Холле. Она пройдет в этот раз удаленно, то есть по видеосвязи. И, соответственно, пристальное внимание будет направлено на то, какие действия будет принимать ФРС с тем, чтобы разогнать инфляцию. Потому что сейчас на фоне понижения процентных ставок инфляция находится на минимальных значениях, и для рынка это не самое благоприятное ситуация. А если посмотреть статистику, которая предоставлена на сайте LPL Research, то мы с вами видим, какое количество времени заняло период до повышения ставок. То есть в среднем это было порядка 25 месяцев, да, то есть какие-то года, там, 70-х это было 14 месяцев, когда-то это занимало 3 года, когда-то полгода, но в среднем этот период занимал порядка 25 месяцев, то есть 2 года. Соответственно, на фоне данной ситуации мы с вами можем предположить, что пока Федеральная резервная система не будет принимать шагов по повышению процентных ставок. Но это будет довольно-таки губительно для экономики, и фактически, если это произойдет, то мы можем увидеть обвал фондового рынка, то есть вот это как раз коррекция, которую никто не хочет, но опять же, чтобы она была быстрой, то есть она все равно рано или поздно произойдет, и скорее всего сделают все возможное, чтобы эта коррекция была максимально плавной. Ну и плюс выборы, я думаю, что Трамп тоже, по крайней мере, до ноября не даст каких-то существенных полномочий для Федеральной резервной системы, по крайней мере, будет лоббировать то, чтобы сохранять фондовые рынки на максимумах, но техническая коррекция, безусловно, может произойти. И сразу же давайте посмотрим на индекс S&P 500, то есть сейчас фактически мы с вами торгуемся, вчера был локальный максимум, следующее целевое значение было пройдено 3450, следующий уровень, ну, скажем, и психологический, и тот, который рынок ориентируется, это отметка 3500. Сейчас вот как раз та ситуация, которая может произойти в Джексон-Холле, то есть то, что будет завтра, вполне вероятно, что мы можем увидеть какую-то коррекцию на том выступлении, которое в зависимости от риторики как раз Пауэлла на рынке может произойти. Ну, а по всем другим инструментам, то есть, опять же, с точки зрения позиции, сейчас я ни одной позиции, ну, кроме тех, которые закрыл пару дней назад, никаких новых позиций не открывал, потому что даже с точки зрения торговли по тренду, сейчас ситуация выглядит неблагоприятно, и судя по рыночным движениям, пока мы не готовы расти дальше, ну, или падать, как в случае с американским долларом. Поэтому, если говорить
говорить о евро-долларе, да, на текущий момент, то есть мы, да, то есть видим здесь сохранение восходящей формации, фактически уровень поддержки, который здесь мы можем отметить, среднесрочный, это область минимальных значений, которые были в августе сформированы, это отметка 1.17, то есть фактически пока мы держимся выше этого уровня, технически сохраняется восходящее движение, ну а пробой ниже данных ценовых значений также может открыть дорогу на коррекцию. С точки зрения часового таймфрейма, опять же, здесь пока нет признаков начала восстановительного движения, то есть пока здесь я также позиции не открывал, то есть эти признаки были более явные как раз в середине августа, сейчас рынок пока не показывает о том, что он готов расти дальше, то есть пока мы видим здесь нисходящее движение. По паре британский фунт, американский доллар, здесь точно такая же картина, здесь сформирована область поддержки, которую мы видим на дневном таймфрейме, это отметка 1.30, возле которой мы и торгуемся практически весь месяц, от нее периодически отбиваясь, поэтому сейчас от этого уровня, опять же, заходить несколько страшновато. Возможно, как раз та коррекция, которая здесь произойдет, в области 1.28, 1.27, даже уже даст более интересные как раз точки для присоединения, если с точки зрения как раз фундаментальных данных рынок продолжит действовать в том направлении, которое было. Даже те покупки, которые открывал, как вот я говорил, зафиксировал два дня назад, соответственно, здесь уже сейчас вероятность коррекции, она здесь все становится выше и выше, поэтому в ближайшее время здесь ожидаю как раз обновление минимальных значений и еще одной волны снижения, по крайней мере на текущий момент, но сделками это не подтверждается, потому что пока не вижу каких-то точек для входа более-менее оптимальных. По паре американский доллар, канадский доллар, здесь у нас полноценно продолжается нисходящий тренд, нисходящее движение у нас сохраняется, идея была это покупать как раз на коррекциях, но коррекции здесь были совсем небольшие и каких-то хороших уровней с точки зрения соотношения риск-прибыль здесь мы не получали. Следующие цели по снижению, которые мы можем увидеть по данной валютной паре, это, безусловно, движение в области 1.30-1.33, это область минимальных значений, которые мы видели в 2019 году, то есть, в принципе, туда планомерно мы и снижаемся. Но, опять же, продать чуть повыше было бы чуть более интересно. По дневному таймфрейму, опять же, здесь мы видим всю неделю вот этот коридор, то есть он сформирован по многим валютным парам. И здесь вопрос, откуда же мы, куда мы выйдем из этого коридора. Если обновим минимальное значение, то еще один импульс нисходящего движения здесь будет в приоритете. Ну, а уход выше отметки 1.32-1.38 как раз откроет дорогу на коррекцию по данному инструменту. Пара американский доллар, японская иена скорректировалась, наверное, чуть более интересно, чем все остальные, поэтому здесь, возможно, если появятся как раз сигналы нам на продолжение нисходящего движения, то здесь я их рассмотрю, потому что пока общий тренд также сохраняется нисходящий, и цели по снижению это область 104, вот сейчас торгуемся как раз по сопротивлению, которое было в мае и в июне. Поэтому с точки зрения часового таймфрейма, здесь я буду обращать внимание как раз вот на завершение данной волны коррекции. Соответственно, скорее всего, сегодня этого сигнала не произойдет, так как ближайший уровень 105.86 находится довольно далеко. Это минимальное значение прошлой торговой сессии. Поэтому буду смотреть, как закроется сегодняшний день и как будем торговаться уже завтра. Но опять же, торговля завтра, она важно понимать, что она всегда повышает риск повышенной волатильности и движения в противоположном сценарии. Поэтому здесь, скорее всего, также риск будет взят минимальный, да, по возможности. По паре австралийский доллар, американский доллар, здесь картина точно такая же, то есть точно такой же боковик, область поддержки сейчас сформирована по уровням 71.10, нижняя граница, ну верхняя граница это локальный максимум, который мы видели в августе, то есть область 72.48, и фактически в этом диапазоне мы и торгуемся. То есть пока, с одной стороны, да, мы смотрим наверх, но подтверждение, то есть мы видим, что рынок просто не может уже там 3 дня обновить локальный максимум, все вот колеблемся в таком диапазоне. Хотя, с другой стороны, S&P 500 растет, вот это как раз дисбаланс может говорить о том, что на рынке может произойти коррекция. По новозеландцу тоже мы довольно-таки неплохо скорректировались, довольно-таки неплохо опустились, то есть, в принципе, план покупать дешевле, он здесь работает. С точки зрения уровни поддержки, то здесь мы видим область 65, соответственно, его мы можем рассматривать как разворотный сценарий именно для восходящего движения на текущий момент, то есть если мы сможем удержаться выше данного уровня, то вероятность продолжения восходящего движения, она здесь как раз сохранится. Ну и сейчас тоже ищем пока возможность входа на продолжение данного тренда, на продолжение данного движения по локальному уровню. Но опять же, вот мы стоим уже четвертый день в боковике, скорее всего, сейчас пойдем на
65-14. И в зависимости от того, как будем вести себя вблизи данного уровня, уже дальше можно будет строить свои торговые планы. Но здесь я, скорее всего, буду ждать уже нового локального подтверждения, то есть выхода как раз из этого коррекции, из этого боковика. А золото сейчас тоже довольно-таки выглядит интересно. Мы опустились с области исторических максимумов, то есть тут коррекция произошла довольно-таки серьезно, и на текущий момент, и с точки зрения часового таймфрейма, у нас тоже нисходящий тренд сохраняется. Поэтому золото — это еще один инструмент, к которому я присмотрюсь, и если будут также хорошие уровни для входа, то золото прикуплю для продолжения как раз роста. Потому что если начнется коррекция по фондовому рынку, то как раз здесь мы можем увидеть и импульс по золоту. Соответственно, сейчас торгуемся на локальных минимумах, то есть отметка $1914 за тройскую унцию. Здесь буду ожидать обновления локальных максимумов, то есть уход выше максимальных значений, которые были сформированы вчера, и дальше буду искать уже возможность данный инструмент купить. По DAX-у. DAX не может преодолеть область максимальных значений, которые мы видели в прошлом месяце. Вчера подошли вплотную к этому уровню, но сразу же продавцы перехватили инициативу и закрылись чуть ниже открытия. В целом, то есть сейчас, если посмотреть на часовой таймфрейм, на дневной таймфрейм, конечно, сохраняется движение восходящее, но область сопротивления на локальных максимумах, здесь она тоже дает о себе знать. Поэтому здесь, если произойдет закрепление ниже минимальных значений вчерашнего дня, то можем здесь ожидать коррекцию. Ну а так план остается точно такой же, искать возможности покупать на откатах, по крайней мере, на текущий момент. Ну и S&P 500, то есть мы то, о чем говорили как раз в начале видео, и сейчас посмотрим в сравнении с техническим картина. То есть мы локальный максимум обновили, день за днем мы видим новые исторические максимумы, все провалы, которые происходят, все откупаются довольно-таки быстро, и, собственно, сейчас как раз следующий уровень, который мы можем видеть для продолжения роста, это отметка 3500, и либо с текущих уровней, либо по достижению данного ценового значения коррекция здесь может произойти. Но опять же, будем следить за данными по выступлению Пауэлла, мы обязательно об этом поговорим в пятницу, максимально подробно разберем то, о чем он сказал, и то, что планируется делать. Исходя из этого, уже сделаем предположение на несколько недель продолжения или роста, или коррекции по S&P 500. Нефть, в свою очередь, ведет себя более активно. Данные по запасам, которые вышли, говорят нам о снижении. Соответственно, на текущий момент продолжается рост котировок, и уже сейчас торгуемся по локальным максимумам в этом месяце. Соответственно, на текущий момент здесь тенденция к росту все так же сохраняется, и, в принципе, следующие цели — продолжение по этой области 49, по CFD на нефть марки Brent. Ну, а на сегодня это все. Также напоминаю, что сегодня пройдет вебинар с Александром Элдером. Ссылка на регистрацию будет в описании к этому видео. Приходите, и там как раз мы обсудим длинные тренды, обсудим мнение Александра, что он сейчас думает о рынке, обсудим интересные акции, которые появились в поле его внимания, ну и также обсудим те акции, которые предлагают наши участники, и послушаем мнение Александра. Ссылка в описании, приходите, ну и не забудьте поставить лайк к этому видео, вопросы оставляйте в комментариях. Всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман, компания Admiral Markets. Увидимся на вебинаре, ну и также в нашем видео, которое выйдет в пятницу. Всем спасибо и до свидания.